Решил показать улицу Гагарина, часть. Тут хоть плитка есть, а дальше до улицы Суворова практически идти просто-напросто невозможно. Я не знаю, в принципе, как мы будем дальше. Но тут сплошные одни ямы. Вот такого вот плана. Крупные такие. У нас сильно похолодало в городе. Сейчас мы посмотрим с этой стороны. Вот такие вот ямы в городе. Крупные. Ну а тут еще более-менее ходить можно.